Всем привет! Ну вот, мы подошли к заключительному отчету по нашему совместному проекту «Мои любимые коты 2». Как быстро пролетели 7 месяцев, но они были очень плодотворными. Вышлось очень много работ, много началось, много продвинулось, были интересные игры, общение, много различных процессов, как вышивка крестиком, так и бисером, интересное оформление, интересные комментарии, интересные процессы. Я всем очень благодарна за участие, за нашу теплую компанию и приглашаю всех посмотреть заключительный наш отчет, посмотреть те процессы, которые сейчас продвигаются, то, что завершилось. В общем, приятного. Первый отчет у нас от Ларисы Киселевой. Пишет нам Лариса. Всем доброго дня. Не устаю благодарить Юлю за СП. Очень незаметно пролетели 7 месяцев совместного труда. У всех участников вышивальные подвиги в виде готовых работ и больших продвижений. Я также очень довольна результатами. У меня одна готовая работа – «Зимний сон». И 43% на этой. Всем желаю удачи. Лариса, спасибо за участие в нашем совместном проекте. А это отчет от Татьяны Муратовой. Татьяна вышивала подушечку саше кошки-мышки. Это схема из журнала «Вышивка крестом». Здесь используются ниточки гамма. Вышивка идет на конве. Не на конве, а на обычной ткани. Немножко у Татьяны не получилось завершить, но тем не менее Татьяна пишет, что ей очень понравилось принимать участие в совместном проекте и совместно отшивать замечательных котиков. Спасибо вам за участие. Присылает нам отчет Алена Каменева и с гордостью нам представляет свою завершенную работу. Это набор Joy Sunday, кот Леонардо по дизайну Dimensions. Замечательный, очень красивый котик. И вот сейчас, глядя на готовую работу, совершенно, ну, на первый взгляд, отличить от оригинала невозможно. Пишет Алена, что результатом очень довольна, ниточек осталось много. Конечно же, более детальную информацию можно посмотреть на канале у Алены. И хочу поблагодарить Алену за участие. Алена у нас очень стабильный такой участник. Каждый месяц всегда был отчет, и все было очень так хорошо рассчитано, чтобы к концу совместного, к итогу совместного проекта работа была завершена, постирана, поглажена, и вот что мы видим. Очень здорово, поздравляем с результатом. Также Марина Филиппова представляет нам готовую работу и пишет: «Юлечка, спасибо огромное за СП. Вышивала в этом месяце мало, в основном вязала. Результат – один теплый свитер, один плед и последняя позиция в плане на СП Dimensions 06961 Mini Gold отражение тигра. Размер готовой работы 13 на 18 сантиметров. Черная канва 18 каунта – это еще то удовольствие. Второй раз вышивала с лупой. Еще раз убедилась, что Dim Ас блендов. В бленды соединены, казалось бы, несочетаемые цвета. Работа легкая, много цветовых пятен, схема мелкая, но проблем не создавала. Все равно вышиваю под лупой. Получилась очень красивая работа. Эх, такую бы в большом формате, где-нибудь 45 на 35, но на 18 конве. Был бы шедевр. Совершенно согласна. Очень милая работа, замечательная. Несмотря на то, что она небольшая, она очень-очень достойная. Поздравляем. Агнетта К. отчитывается по милейшему дизайну от фирмы Сода и пишет: «Юля, большое спасибо за СП, за ваш труд и время. СП – это всегда весело и интересно. Очень надеюсь на продолжение, так как очень люблю котов и вышивки тоже. После завершения этой работы надеюсь приобрести настоящего котенка. К сожалению, не успела завершить работу, но если бы не СП, думаю, результат был бы еще меньше. Я рада, что наш СП помог продвинуть работы. Пусть даже какие-то работы не отшились, но они были начаты, они были продвинуты, а значит, в любом случае они будут дошиты, завершены. И если честно сказать, вот подвожу итоги СП, а уже начинаю ностальгировать по данному проекту, потому что котика вышивать на самом деле очень-очень приятно. Ну что, поехали дальше. Светлана Кузнецова отчитывается по своей работе от фирмы MP Studio. Как-то процесс шел медленно-медленно, и вот уже в последний финишный наш отчет Светлана
представляет уже полностью готовую работу. Удивительно, как быстро получилось. Пишет нам Светлана, что работу завершила, результатом очень довольна. Хотя и пришлось повозиться с котиком. Долго привыкала к 18-й Аиде. Сюжет добрый, после оформления хочу повесить на кухню. Всем спасибо за компанию. Поздравляем с готовой работой, желаем удачи. Представляю вам шедевр от Аллы Красноярской «Охота белого тигра» от фирмы Custom Crafts. Очень сложная работа, потому что здесь в однородных оттенках выдержано. Мы все знаем, что Custom Crafts вышивается непросто, но Алла просто таким гигантским скачком за один месяц завершила эту великолепную работу. И пишет нам Алла, что если бы не СП, то, возможно, данный процесс лежал бы еще долго и долго. Я очень рада, что этот совместный проект помог завершить этот шедевр, потому что работа действительно великолепная. Ну а также Алла знакомит нас со своим новым домочадцем. Это Глаша. Вот, сидит в кастрюльке, приблудилась маленьким котенком месяца 4 назад. Сейчас заметно подросла, но в кастрюле еще помещается. Чем вам не тигр, пишет Алла. Вот и не верь после этого в приметы. Да, девочки, я тоже уже удивилась на этом совместном проекте, что наши мысли творят чудеса. Поэтому все, кто хочет еще чудес, материальных, уже серьезных чудес, приглашаю всех в совместный проект «Богатство и благополучие». Я думаю, мы там тоже много всего хорошего натворим. Готовая работа от Ольги Щуровой. Это фирма Butterfly Чародей, вышивка бисером. Номер вышивки 641. Это круговая зашивка бисером. Размер работы 36 на 25 сантиметров. 18 цветов бисера. Завершилась работа 21 февраля. Ничего страшного, мы все равно с отчетом немножко задержались. Вот такой красавец получился, очень оригинальная работа. Вы можете более подробно посмотреть все детали на канале у Ольги, а также у Оли проходят совместные проекты по бисеру. Девочки, кто вышивает бисером, можете зайти и ознакомиться. А вот и наш гигант от фирмы «Дома Тигры». Вышивает его Наталья Фомина. Пишет, что осталось вышить 8 листов схемы из 36. Представляете, за СП получилось вышить очень много, произошли большие продвижения. Ну и как мы видим, уже вышилась голова тигра, дошился угол, правый верхний угол. Работа идет к завершению. Для нас Наталья ее развернула, сфотографировала полностью то, что получается. Шикарно, очень красивая работа. Наталья, вышивайте и обязательно в нашей группе «Вышиваем вместе» поделитесь уже полностью готовой работой, чтобы девочки посмотрели, всем нам будет интересно. Желаем вам удачи. Ирина Пресман отчитывается также по своему процессу. Это золотое руно. Немножечко не хватило, чтобы завершить работу. Практически все готово, но чуть-чуть не хватило у Ирины времени. Тем не менее, работа очень хорошо продвинулась. Котик получился замечательный. Благодарим за участие. Ну и, конечно же, когда работа будет завершена, мы с радостью полюбуемся на нее. Размещайте фотографию в нашей группе «Вышиваем вместе». Прислала нам отчет также Светлана Портнова. Вышивает Светлана набор фирмы Риолис «Абиссинские кошки». Очень-очень красивый дизайн, но, к сожалению, в оригинальном наборе была дырчатая основа, и Светлана не смогла на ней вышивать. Потом были замены основы. В общем, все начиналось сначала. Сейчас мы видим, на каком этапе процесс. Конечно же, процесс не завершен, но Светлана пишет, что на этой основе уже лучше, и процесс идет. Я этому очень-очень рада. Надеюсь, что ваша работа завершится, и вы с нами поделитесь в нашей группе ВКонтакте «Вышиваем вместе». Присылает нам отчет Виктория Румянцева по оригинальному набору от фирмы «Мария Искусница». Наверное, это мой рай. Вот такой классный, яркий
интересный код. За месяц Виктория вышила полностью все крестики, даже мы видим, уже приступила вышивать бисером цветочки, но вот немножечко, чуть-чуть не хватило завершить работу. Код шикарный, и тоже буду ждать обязательно готовую работу в нашей группе ВКонтакте, и тоже загорелась приобретением этого кота, уж очень он вкусный. Надежда Алексеевна делится также продвижениями по работе. Это оригинальный набор фирмы РТО «Снежный леопард». Пишет, что на сегодня есть вот такой результат. К сожалению, работу не завершила, но хоть медленно, но уверенно продвигается дальше. Басик получается очень красивым. Обязательно завершу работу. Спасибо за СП. Ну а мы ждем готовую работу в группе ВКонтакте. Людмила Хараян. Массированными бросками, легко и играючись в нашей игре «Мурчание котят», вышел оригинальный набор фирмы Dimensions. Фредерик Литератор, классика, но он очень-очень стильный и очень красивый, и очень уютный. Поздравляем с завершением. Даша Рысь присылает нам отчет по своему гигантскому процессу от Химеры «Хозяин мира». Вот такой вот оригинальный, яркий и очень большой процесс вышивает Даша. К сожалению, немного получилось поучаствовать у Даши, но вот за один месяц, посмотрите, какие огромные продвижения. Здесь 7,5% вышито за один месяц, и очень-очень красиво получается. Дашенька, также хотелось бы, чтобы вы делились с нами вашими продвижениями в нашей группе ВКонтакте. Нам будет всем интересно. Желаем удачи. И, наконец-то, мои котики тоже завершены. Ура, ура! Я очень переживала, что у меня не получится завершить этот процесс. Старалась, и у меня все получилось. Это оригинальный набор фирмы «Золотое руно». Размер 35 на 38 сантиметров получился. Вышивалась работа очень легко. Все вышивается большими цветовыми пятнами. Здесь используется крестик и полукрестик. Больше дополнительных стежков нет. Ниточек осталось много, полностью довольна этим процессом, яркая, красивая, сочная работа. Вот, теперь будет отлеживаться в рулончике и ждать своего оформления. Итак, наш совместный проект подошел к своему завершению. Всех благодарю за участие в нашем совместном проекте. И вот говорю эти слова и уже сразу начинаю опять ностальгировать по данному совместному проекту, потому что котов вышивать действительно очень-очень приятно. Дизайнов много, и эти вышивки, они очень вдохновляют. Я надеюсь, что мы еще как-нибудь организуем такое СП, немножко повышиваем другие темы, но и потом снова возобновим СП «Мои любимые коты». Если вам это интересно, пишите, может быть, попозже мы тоже сделаем еще раз тему про котов. А также хочу напомнить для всех участников нашего совместного проекта, что у нас состоится голосование среди завершенных работ. Я оставлю ссылку в инфобоксе на готовый, на альбом с готовыми работами. Опять же, повторю, что это только для участников совместного проекта. Вы, пожалуйста, перейдите по этой ссылочке, зайдите в альбом с готовыми работами и поставьте сердечко под тем номером работы, которая вам понравилась. Голосовать нужно за одну работу, соответственно, за мои работы голосовать не надо, я не принимаю участие в розыгрышах, а выберите ту работу, которая больше вам симпатична, и вы считаете, что ее нужно выделить и как-то одарить. Вот, а также у нас будет розыгрыш, который состоится рандомным путем, и будет разыгран набор. Данный розыгрыш состоится у нас в воскресенье, ну, потому что у меня в воскресенье будет время, я смогу сразу выложить видео и озвучить победителя. Поэтому до воскресенья, пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте за понравившуюся вам работу. Это у нас два подарка. Один будет выбран рандомным путем, а второй подарок будет разыгран среди участников нашего совместного проекта.
На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. Ну и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.